Всем привет! Почему-то всегда под сверхспособностью люди понимают только магическое дарование. Согласитесь, это как-то неправильно. Разве не является даром безупречная логика или невероятная стойкость? И сегодня я расскажу про те суперумения, которыми обладает каждый знак зодиака. Овен обладает непоколебимой решительностью. Вокруг него могут рушиться города, но с намеченного пути Овен никогда не сойдет. Их можно назвать современными героями, бесстрашными и непобедимыми. Он, не раздумывая, войдет в горящее здание ради того, чтобы спасти котенка. Еще одна отличительная способность представителя этого знака – это то, что у него есть дар предвидения. Очень часто они избегают катастроф только благодаря этому умению. Телец. Суперспособностью этого знака является упорство, концентрация и невероятная логика. Ему хватает этих способностей, чтобы иметь хорошее финансовое положение и достигать нужных целей. Их магические особенности в щедрости. Сколько бы ни отдавал телец, он всегда назад получает намного больше, чем отдал. Близнецы. Они могут поделиться своей любовью и поддержкой со всем миром. Никто так не помогает в горе, как этот знак зодиака. Этот знак обладает даром убеждения, что даже самый стойкий оппонент встанет на их сторону. Этот знак наделен магическим шестым чувством. Давно всем известно, что именно этот знак – один из самых мистических в гороскопе. Рак обладает сверхъестественной интуицией. Если развивать свои способности, можно даже начать предсказывать будущее. Они могут чувствовать скрытые эмоции и слова. Все это благодаря своей суперспособности видеть всю ситуацию целиком. А еще там, где у другого кончаются силы, у этого знака зодиака открывается второе дыхание. Лев. У этих людей одна главная способность. Это лидерство. Их внутренний огонь горит настолько ярко, что окружающие находятся под гипнозом. Лев – довольно эгоистичный знак, но его невозможно не прощать. Он является движущей силой своего окружения. Дева – это безнадежный перфекционист. Они обращают внимание на мельчайшие детали и особенности. Поэтому, если вдруг наступит конец света, план дел по спасению мира обязательно сработает. Несмотря на аналитический склад ума, многие девы умеют гадить любыми способами. У них это, кстати, неплохо получается. Весы. Никто не может исполнять желания так, как этот знак зодиака. Они наделены природной магией, креативностью и творчеством. Амулеты и талисманы, сделанные руками весов, имеют невероятную силу и оказывают хорошую помощь их владельцам. Их вера в красоту этого мира помогает созидать все самое лучшее. Скорпион. Он обладает природной харизмой. Это магический знак зодиака, который благодаря своим чертам может управлять людьми. Невероятно, но факт в том, что Скорпион является оберегом для всех, с кем он живет в одном доме. Ему очень легко и просто дается освоение домашней магии. Стрелец. Обладает еще большей интуицией, нежели близнецы. А еще он умеет читать мысли. Конечно, не как в кино, но все равно очень точно. Стрельцы считывают ваши жесты, эмоции и слова, благодаря чему могут отделить зерна от плев и понять истинную причину вашего диалога. Могут развить в себе магический дар целительства и научиться выполнять желания силой мысли. Козерог. У представителей этого знака нет особого лоска львов и природной харизмы Скорпиона, но это самый настоящий танк. Даже не имея ничего за душой, он прет к своей цели, не видя препятствий. Этот знак зодиака обладает даром разбираться в хиромантии и астрологии. Водолей. Представители этого знака зодиака – прирожденные новаторы. Во время нашествия зомби они могут спастись благодаря колоде карты солянки, а другие будут с удивлением думать, как же им это удалось. Однако это еще не все. Водолеи обладают даром регенерации. Где другие будут плакать над разрушенной жизнью, они восстановятся как феникс и будут создавать новую жизнь. Рыбы. Суперспособность этого знака – это создание из ничего и хорошая интуиция. Благодаря проводимости и положительному воздействию воды, рыбы способны лучше всех варить зелья, и из них получаются очень хорошие целители.